Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон, 47-ю серию, да? Ну что, сейчас, куда бы нам пойти? Сначала мы, наверное, запинаем этого босса Спиру, да? Как я понял. Ух, пожалуйста, пожалуйста, музей, не лагай. Нам только убить босса. Ребят, там уже столько статуй, что это просто с ума сойти. А кого? А, мы гипно прокачивали. Гипно еще один уровень остался, и мы его выкладываем в компьютер. Если повезет, то мы хотя бы попадем с первого, а то он... Во, замечательно. Если повезет, или в смысле будет достаточно опыта для того, чтобы с первого наконец... Ой, какой с первого? Просто сейчас боюсь с первого, чтобы гипно наконец-то эволюционировал, но, как видите, не хватило. А, нет, хватило. Ребята. Как раз так босс классно заспавнился, что мы прокачали гипно и, в принципе, сразу же можем его выложить. Лифиону осталось 9 уровней, а Зумерилу где-то, ну, я не знаю, когда мы его выложим. Мы, в принципе, уже на 30 уровне, наверное, его уже можем выкладывать, потому что эволюции у него больше не будет. Вместо гипно. Кого бы взять? Огненное есть, травяное есть, электрический есть, водный есть. Давайте пип Эконса возьмем, Эконса, так. О, точно, Арчиопс. Забираем, конечно, забираем. А мы еще кого-то, точно, еще Аэродактиль, ребята. Новые фосилы, то есть много новых фосилов. Так, сейчас Мельфиона, да, прокачиваем, потом Эконса. Ну что, ребята, давайте, предлагайте какие-то идеи, куда бы нам пойти и кого бы нам прокачать. Куда нам нужно идти днем? Ну, в принципе, сколько нам еще осталось? Ребят, 83 убийства до того, как мы сможем заспавнить Молтреса. Я хотел... Давайте пока еще Бульбасарчик. Бульбасаур. Хватит ли у нас Паркбол, Ультрабол? Ребята, у нас даже Квикболов нету. Тогда знаете что? Давайте хотя бы вот это соберем. А давайте... Дойди-ка это сюда. Давайте в этой серии сделаем парочку квикболов. То есть это не так уж и долго. Ребят, это вообще недолго. Вообще. Я вам обещаю, что это много времени не займет. И также сделаем чуть-чуть даскболов, потому что, согласитесь, даскболы тоже нужны, сейчас как раз ночь будет. Ночью мы пойдем, ребят, на бишарпов, как в принципе мы это делаем. Так, давайте. Это можно пережарить, это в... А почему это вот тут делает? Я, наверное, случайно положил, оно должно быть вот так. Да, случайно положил, ребята. Ладно, сейчас мы это все исправим. Так, вот сюда это все нужно, да? И это... Вроде все, да? Так, ребят, уже ночь, мы уже можем, наверное, на бишарпов идти. Так, ну сначала давайте еще вот это выложим. Вот это, чтобы больше места было, если, например, босс встретится, да? Барам-бам-бам. Так. Вроде все выложили. Потом, как я уже говорил, нужны будут нити, но пока что у нас их нету. И нужно их потом будет сделать. Так, это вроде вот так. Я не знаю, квикболы, пожалуйста, скажите, как вы делаетесь? Квикболы, вот они. Синие и желтые. Ага, желтые. Так. А даскболы, опа, босс, который нам сейчас даст 100%, даст 100% экспешера. Ну это прям, ребят, это уже предвидено, это 1000000% он нам даст экспешера. Смотрите, не верите? Ну смотрите, как это можно не верить, ребята? Ну смотрите, прям сейчас вот сейчас нам даст экспешер. Иди в жопу. Ладно, о, нифига себе. Ох, арбок насолили ему жопу, там крутится, верится, так напасть хочет. Ладно, ща мы тебя тоже вздрючим быстренько, когда наш Эконс эволюционирует. Ребят, нам нужно немного сделать даскболов для того, чтобы ночью кого-то ловить. И, допустим, квикболов, потому что квикболы это тоже клевые. Ну, а потом ультраболы, левелболы, это все я, наверное, сделаю без записи, потому что многие будут говорить: «Нет, Эдисон, ну почему ты это записываешь? Зачем? Не то, что записываешь, а почему ты делаешь это на запись? Зачем? Это не нужно делать на запись, это скучно. Хренучно. Так, ладно. Если все помимо записи делает, то это вообще ни хрена. Ой, да твою нафиг вот сюда. Я надеюсь, не заглючит. Ху, не заглючила.
Би-шарп. Фу, так, ладно. В этой серии, я надеюсь, мы хотя бы прокачаем Лифиона. Хотя, я не знаю. Арбука, знаете, ребят, когда мы выложим? Мы выложим Арбука на 30 уровне. То есть в этой серии мы его уже докачаем. Или на 30-м, или на 40-м. Потому что, знаете, если мы будем, в принципе, очень быстро выкладывать, то это очень долго затянется. А так как вы видите, что... Если все-таки спавнится какой-то босс, то опыта идет достаточное количество. Нам же также, ребят, не забывайте, что я убил... Точнее, не думайте, что зачем вот Эдисон дурак убивает обычных покемонов. Да, ребят, нам же нужно орб прокачивать. Нам же нужно прокачивать орб, еще 78 убийств. Это, в принципе, не так уж и много. Я надеюсь, мы справимся в этой... Давайте, ребят, в этой цели поставим. В этой серии дойти до 40 убийств. А в следующей серии уже наконец-то закончить прокачивать орб. Ребят, сойдет? Я думаю, сойдет. Фу, потому что я уже, если честно, тоже хочу Молтреса заспавнить. Так, быстро, быстро, быстро! Свамперт. А, в принципе, и левелболы тоже нужны, ребят. Свамперт же у нас 76 уровень. Вот, видите, например. Например, Хитмончан ходит, бродит, балабодит. Да, а мы пришли, захреначили, и он нам дал плюс одно убийство нашему арбу. Так, замечательно. Сахарочек выпал. Так, ну... Ну ладно, пускай будет, сейчас, в принципе, пускай будет. Арбуку еще, я не знаю, ребят, посмотрим, до какого мы его будем прокачивать, честно. Ух, нифига себе, с одного удара. Нихрена себе. Так, ну что, ребят. Лифиону. 5 уровней осталось. И Арбуку. Арбуку не знаю, ребят, говорю, посмотрим. Ах, 17. Я думал, ты какой-то там большой нафиг, а ты никакой небольшой. Так, иди сюда. Так, ребят, сейчас давайте уже посмотрим, сколько там осталось. 70. Это уже, ребят, близко. Паскуда, ладно, убьем тебя вот так. Я хотел Арбука прокачать, но ты, видимо, не захотел. Опа. Если он не убегает, хотя ну как, он убегает. Ух, ту, фулл даймонд. Какой. Ты хотел нас надурить, то есть у тебя есть сахарочек, и ты не поднимешь даймонд. То есть алмазик. Фиг тебе. Даймонд на английском. Что-то Sunny Day, я не знаю, честно. Да не нужно, нам и так тебе уже скоро выложим, поэтому... Так, ребята. 3 уровня Лифион. Я надеюсь, как думать, ребят, успеем прокачать за эту ночь Лифиона? Сколько там? Уже середина ночи. Но орб мы должны орб прокачать, 100%. Ну, как бы в этой серии мы его не прокачаем до фула, да, но все же зато прокачаем. Да иди ты сюда. Зато прокачаем хотя бы. Ну, я не знаю. Смотрите, Арбук уже 30-й. Да ладно, давайте его к 40-му прокачаем, чтобы не было так, что мы его прокачали сразу, точнее, мы его взяли и сразу выложили. Да какой Азумарил? Азумарил, пожалуйста, не сейчас. Дай нам прокачать Лифиона, Арбука, а потом за тебя возьмемся, я так думаю. Так, ребят, сколько? 63. Чтобы выполнить наш план, не нападайте. Чтобы выполнить наш план, нам еще нужно 23 убийства до конца серии. Мы же поставили себе цель в этой серии прокачать орб до 40 убийств. Так. Как видите, ребят, в принципе, опыт ни хренашеньки себе так идет. А ну пока вы там чукчи двое бьетесь друг с другом, мы поубиваем джиодудов, чтобы орб прокачать. Так, замечательно. Замечательно, иди сюда. Я там вижу, ботиночки валяются. Опа, нифига себе, сколько заспавнилось. Арбук. Смотрите, ребята, Арбук уже 32-й. То есть ему еще парочку уровней. Ну как парочку? Я надеюсь, сейчас уже будет уровень Лифиону нашему. Так, ребята, знаете что? В комментариях пишите, какую следующую Иви вы хотите видеть. Предоставляю этот выбор вам. Например, там, Жултион, Флорион, Амбрион, Гласион. Предоставляю, ребят, этот выбор вам. Ну нападай, зараза. Все, ребят, мы прокачали Фиона, ура. Так. Мы его уже прокачали. Точнее, ее. Нет, не умирай.
Мы тебя спасем! Я пошутил. А ты повелся, дурак. Так, ладно. Быстро, быстро, быстро. Клафер, иди-ка ты сюда. Привет, да я с тобой поздороваюсь. Так, иди сюда. Быстро, быстро, быстро. Быстро, сколько там? Ну, где-то уже, дайте угадаю, 52. 50, ага, не угадал. Ну, ладно, близко. Еще 10 и еще 10. Арбук. Арбук, ребят, знаете, когда мы Арбука прокачаем? Наверное, уже в следующей серии, потому что в этой серии мы его уже вряд ли успеем прокачать. Зато в следующей серии. Ну, смотрите, он уже 30. Сейчас. Может, еще этого Бишарпа убьем, он уже будет 35-й. Нет, 34-й. Но все же. Это у нас там кто? Опа, легендарный Басяндра. Дай, дай! Дай экспе-шер. Не будь нафиг жадиной. Попади, пожалуйста, класс. Не будь жадиной, пожалуйста. Ты же боксер. Я знаю, ты крутой. Ты прям супер-пупер. Ты нас не обидишь и дашь нам экспе-шер. Даскбол. Зараза. Ну почему? Так, ладно, ребята. Сейчас уже утро. Опа. Сейчас уже утро. Вы, чурки, там добивайте друг друга, а мы пока покушаем. Фу, ну что, нормально, нормально мы прокачались в этой серии. Более-менее. Ну давайте, вы уже дрючите друг друга, или что вы там делаете, убивайте. Нудно, нудно, бэ-бэ-бэ, я знаю. Так, все, иди сюда. Ты нам время тянешь, вот ты... Опа, этого я не ожидал. Этого я не ожидал. Нет, не убивай нас, мы хорошие. Мы тебя не бьем, мы тебя гладим. Просто ты какой-то очень. Сейчас, кем бы тебя нахрен. Мы тебя не бьем, мы тебя гладим. Просто ты такой очень. Я не знаю, как это сказать. Это тебе кажется, что мы тебя бьем. Но мы на самом деле мы тебя не бьем. Тебе просто кажется. Я не знаю, ребят. Ларви, да иди ты нафига. Вот ты. Вот. О, ну сам напал. Ладно, ребят, сколько? 46, чтобы закончить... Не закончить, а чтобы выполнить наш расчет, нам еще нужно убить еще хотя бы минимум 6 покемонов. И, в принципе, сейчас мы это даже сделаем. И выложим Иви, пойдем выложим Иви в вот этот в компьютер, да? И возьмем... Он хитмонтоп заспавнился. И возьмем какого-то... Точнее, не какого-то, а возьмем следующую Иви. Так. Потому что мы наловили, да, Иви, сейчас их нужно прокачивать. Так, ну что, дайте нам убийство на орб. Так, сколько? 43, ребят, еще 3 убийства, и мы готовы идти домой. Да иди ты сюда. Так, замечательно, Клафер, иди сюда, мы поздороваемся просто. О, сама напала. Так, еще одного, шакал. Опа, ребят, в этой серии, к сожалению, я никого не буду добавлять в музей, ну просто, не знаю, как-то не хочется, честно. Но вы не переживайте, ребят, вы до сих пор, ну кто активно комментирует, до сих пор остается в списке, поэтому не переживайте, что в этой серии я никого не добавляю. То есть добавлю в следующий не 3, а добавлю в следующий, допустим, там 5 человек, да? Поэтому продолжайте дальше активно комментировать. И, в принципе, вы попадете в музей. Все, что от вас требуется, это просто комментировать, ставить лайки. И самое главное, нафиг, это подождать, когда вас добавят в музей. Если вы будете флудить, Эдисон, вот ты паскуда, а? Я пишу уже 3 серии подряд, а ты, зараза, до сих пор меня еще не добавил в музей. Вот таких я специально не буду добавлять, знаете. А вот таких, кто спросит, Эдисон, а я есть в музее? Эдисон, я уже комментирую 150... серии, а я посмотрю, на самом деле он там комментирует 3 серии. Я комментирую 150 серий, и я до сих пор еще не попал в музей. Чё за дела? Отписка, дизлайк. Да иди ты тогда в жопу нафиг. Если ты комментируешь 2 серии, врешь всем людям, ну, в собственности мне и всем подписчикам, что ты комментируешь 150 серий там, ну я образно, да? А на самом деле там пару серий комментируешь, что иди ты в жопу нафиг с такими предъявами. Просто, знаете, есть такие люди, которые, например, я не знаю, тот же Вилька, да, или тот же Денчик, или Дирли, ну, я это просто назвал самых активных, ну, подписчиков, да, они комментировали,
Они не сразу попали в музей, они долго комментировали. И они знали, что если будут активно комментировать, если будут дальше продолжать писать комментарии и ставить лайки, то они попадут в музей. И они действительно попали в музей. И все, что от них требовалось, это просто комментировать, ставить лайки. Поэтому, ребята, примеры вам я уже привел. Все, что нужно, это просто комментируйте и ждите, когда вас добавят в музей. Это все, ребята. Фух, ладно. Дайвбол, паркбол. Чем бы запихнуть? Фастбол, давайте вот этим, да, и все. Чё мы нафиг будем париться, да? Аэродактиль. Два новых фосила, замечательно. Ну что, ребята, давайте уже сделаем хотя бы вот так, да, и вот так. Ни хрена себе. 43 штуки, ну пускай будет. Пускай, да, маленько вообще, очень мало. Очень мало, очень мало. Так, квикболы. 6 квикболов. Сюда это мы можем забрать, но сначала вот это. И это мы тоже можем забрать. Так, это сюда, это сюда. Это сюда. Так, еще знаете, что, ребята, нужно сделать? Еще нужно сделать... что я хотел? Левелболы, точно. Давайте еще левелболы сделаем. Тогда это можно выложить. Это тоже можно выложить. И пойдемте, ребята. Мы боссов убивали, но, в принципе, ладно, потом выложим. Да, хотя, нахрена я столько даскболов сделал? То есть мы ночью практически... Ну ладно, то есть пускай будет. А как делается... Не фастболы. А, наверное... Нет. А как нахрен... Как на... А, походу, вот как, да? Нет. Вот. Левелбольчики. Вот, вот кого-кого, на левелболов реально много нужно. Еще стак. Ху! Это быстро будет, ребята. Не переживайте, я это потом сделаю. Это, в принципе, даже очень быстро будет. Еще бы было круто. А знаете что? Так, стак вот этого. Нет, два стака черных. Два, хотя левелболы, я не знаю. В принципе, на левелболы, знаете, ребят, очень большие затраты. Потому что такие покеболы, например, как квикбол, даскбол и другие покеболы, ты засовываешь... 2-3 априкорн, да, и тебе выпад... и тебе делается не один покебол, ну, как бы бол, как ультраболы, да, сразу там 2-3, как, например, в примере с даскболом. Ставишь зеленый, черный, зеленый, как бы одна пластинка верхняя, да, но тебе дается 3. И также с квикболами, то есть, сколько там дается? Сразу 2, то есть, тебе нужно не стак каждого априкорна, да, а только один, пол стака, и у тебя получается стак болов. А на ультраболы нафиг они зажрались, там много нужно, то есть они затратные. Так, это сюда, это сюда, это сюда. А нет, видите, тоже 3 квикбола, поэтому нормально. Так, вы пока что... Ребята, нам нужно будет идти в шахту, потому что у нас кончается вот это. Уголь. А жарим мы много. Ну вот, 36, даже перевыполнили на пару. Не так много, но все же. Так, я там босс был, профукал, да ладно. Тут, походу, вообще нахрен ничего не растет. О. Опа. Давайте, давайте вот это выкинем. Так. Ой. 1, 2 нам нужно, нам тоже 2 нужно. Так, так. Так, замечательно. Фу, это мы тоже сделали. Ребята, не переживайте, серия про еду потом будет, когда я построю... когда я построю ресторан. Лимон я потом тоже посажу, потому что видите, что у нас там еще лимон есть. У нас грейпфрут есть. У нас еще много чего есть. И это, в принципе, все нужно будет потом добавить, да? Но не сейчас, а чуть позже, наверное. Так, ребята, Да иди ты в жопу. Так, это у нас там кто? Диглет, иди тоже в жопу, Диглет. Так, ну что, ребята, ну что. Покеболы я в данный момент делать не буду, потому что покеболы, точнее, болы, там, левелболы, квикболы или даскболы, я в данный момент делать не буду, потому что на них нужно время, сейчас я не хочу их делать. Я сделаю вне серии, наверное, чтобы потом не было, что Эдисон, это скучно. Это очень скучно, когда ты куешь покеболы. Поэтому я потом, ребята, сам сделаю. Так, иди-ка ты нафиг, быстрая плавающая хренотень. Уворотливая рыба. А, нифига себе, сейчас, когда не видели, попали, да? Охренеть. Экспекшер, фламчерч. Ты нафиг, а?
Иди ты нафиг. Не буду я даже что подбирать сейчас. Ну что, ребят, сколько? 34. Ребята, в курсе, что в следующей серии мы уже заспавним Молтреса, да, ребята? В следующей серии, ну, нам еще, конечно, уже 36 будет покемонов убить. Наверное, мы там на бишарпах можем пойти или еще на кого-то. Ой, залагало что-то. Так, это сюда. А какие... Сейчас. Нет, я желтенький возьму, потому что потом я буду делать себе квикболы, поэтому еще нужно. Ребята, у нас, смотрите, сколько нафиг железа и алюминия, потому что мы, в принципе, выбиваем с бишарпов, да? Это куда 6, а нам нужно около 50, охренеть. Так, ладно. Ладно. Как будто это мы потом других там сделаем или возьмем, или еще что-то. Так, сюда. А, нет, это нужно сдать. А знаете зачем? Нам кнопочки же нужны. Нам же нужны нафиг кнопки. Так, ребята, я не знаю, честное слово. Нам, наверное, в следующей серии нужно пойти за углем. И знаете, что еще, ребята? Как я... Вы не будете против... Против, что такое? Что за слово нахрен? Вы не будете против, если в следующей серии мы, наверное, пойдем нафиг грабить деревни, потому что нам нужны книжечки. Просто уже, знаете, тут нужно даже какую-то комнатку может сделать, или еще где-то, или подвал. Тут хрен поместится. А нужно сделать, потому что, в принципе, нам уже нужно это расширять, а больше мы не можем. Вот, больше одного не можем. Поэтому нам нужны будут книжечки для того, чтобы расширить, и можно уже было эволюционировать на... Ну, какие нафиг эволюционировать? Зачарить на 30 уровень. Наверное, мы потом это и сделаем. Так... Что можно выложить, это можно выкинуть. Всегда забываю тентакулов и типа убивать. Да, давайте, в принципе, сейчас быстренько пойдем, чтобы уже доделать себе пол. Ну, в смысле, коврик, да? А потом, ребят, не забывайте, что мы потом будем еще заниматься дизайнерством нашего дома. Потому что нам нужно еще много чего доделать, если честно. То есть нужно еще сейчас тентакул. Нужно еще доделать лампы, потом горшки с цветами. Да, я же поставил на них как бы полки. Это все еще нужно это делать. А плюс к тому сейчас, ребят, смотри, мы же будем убивать тентакулов. Плюс к тому, что нам будет даваться дроп. Это классно. Так мы еще и орб будем прокачивать. Ребят, давайте к концу с этой серии там еще и орб ни хрена себе будет прокачанный. Так. Сейчас только не углубляйся туда. Так. Быстро. А, он конфузил. Он нас законфузил. Да дай нам тебе ударить, я не хочу туда. Во. Фу. Так. Тут, в принципе, могут быть фосилы, да, но я, честное слово, я не знаю. О, там, так куда, сюда. Сколько? 30. Мы перевыполнили нафиг свой план. Я там еще сейчас будем их еще парочку убивать. Так, это... Сейчас уже и ночь, да? Ну, в принципе, я не знаю. Можно бы было еще пойти на тех же бишарпов, но, наверное, ребята, я извиняюсь, но, наверное, уже не в этой серии. В этой серии такая немного продуктивная серия, то есть мы прокачали... Да твою нафиг, а? Прокачали Иви... Прокачали гипну. Точно, сейчас Иви нужно выложить, а то я забыл опять. А хотя какие... Ну, в принципе, я нафиг уже обиделся на Кёгра, я уже обиделся на Лугию. Ребят, они не заспавнятся. Даже можете нафиг не думать, что... О, нифига себе, еще может Эдисона тут заспавнится Кёгра, а он дебил хочет идти домой. Ага, может. Вы что, ребята, вы что, не знаете, какая засранка... Какой засранец нафиг Кёгр? И Лугия тоже. Хрен они когда-то вылезут нафиг. Хотя, в принципе, возможность, точнее, шанс есть. Мы, в принципе, сейчас немного еще тентакулов поубиваем. Хотя уже хватит, но все же. Еще парочку поубиваем. Плюс к тому, мы же не только их убиваем. То есть, краситель уже, конечно, хватит. Но все же. Ну, хотя, уже 100% не заспавится Кёгр. Ну ладно, зато мы, ребята, набили себе, можем идти домой, быстренько сделать ковер и на этом, ребята, заканчивать. Так, это сюда? Куда? Вот сюда. Ага. Это же кончилось, я забыл. Сколько? 20! Мы перевыполнили на 20 убийств наш, как это можно сказать, наш план. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Мне кажется, хватит. 9 штук. Нет, не хватит. Вот я жадный, да? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Сейчас, в принципе, хватит. Вот сейчас нафиг хватит 24 штуки. Я так думаю. 1-2, ой. Это сюда, но зато у нас уже будет коврик. Так, так. И да, еще хватило, но, наверное, это мы, может, потом на второй этаж куда-то запиндосим, да? А что, тут, наверное, мне кажется, подойдет... Ребята, в этой серии опросик. Давайте сначала два опросика даже в этой серии. Мы ставим Лифиона вместо этой Иви и два опросика, ребята. Какую Иви мы будем делать? Какую Иви вы хотите? Как, чем больше наберется комментариев с какой-то определенной Иви, тем, наверное, вероятнее, что мы ее будем делать. Амбрион, Эспион, Флореон, Желтион. И вроде все, да? И вот с этих четырех Иви кто? Кто больше наберет голосов или комментариев, наверное, это мы и сделаем. И, ребята, также вот что я хочу вас спросить. Какой нафиг цвет тут подойдет? Сейчас, давайте еще, может... Джерафарич. А какой цвет подойдет нашему коврику? Или красный я хочу, или там еще босс, я не знаю, сможем, не сможем. Сейчас дайте попасть. Или красный, ребята, или оранжевый. Но я, если честно, больше склоняюсь к оранжевому. Мне кажется, он больше подойдет. Ну, это лично мое мнение. Так. Какой нафиг экспешер? Я бы был рад, если бы экспешер выпал. Даже, наверное, больше, чем паркбол, мне так кажется. Но все же, ребята, нам выпал нафиг еще один паркбол. Замечательно. Это очень круто, если честно. Плюс, можно сказать, еще один мастербол в какой-то степени, да? Ну почему не экспешер? Ладно. Так, сколько? 18. В следующей серии, ребята, готовьтесь, то, что мы добавим Молтреса. Ну что, два вопросика уже знаете какие, ребят, не переживайте, что я не добавил в этой серии. Это не означает, что тот, кто есть в списке, не попадет в музей, попадет в следующих сериях. И это не означает, что если вы комментируете, то вы никогда не попадете в музей. Продолжайте комментировать. Не 5 серий, не 10. Не нужно переживать то, что я комментирую, а Эдисон меня не замечает. Ребят, я смотрю комментарии до выхода новой серии. То есть, серия Пиксельмона, я не смотрю в первые часы комментариев, как есть умники говорят. Эдисон заходит, смотрит комментарии первые 20 минут и всех посылает нафиг. И все, больше не смотрит. Ребят, я смотрю комментарии через 5 и через 10 часов до выхода следующей серии. Поэтому, ребята, просто комментируйте, ставьте лайки и все, что от вас требуется, просто не надоедать и ждать, когда вы попадете в музей. Может, в данный момент вы уже даже находитесь в блокноте, может, вы уже находитесь в списке. Все, что вам нужно, это просто дожидаться, когда вас добавят в музей, на статую. Да, ребят, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы прокачали Иви, мы прокачали Гипно, мы взяли новую Иви, мы дофига прокачали Орб, то есть... Уже в следующей серии мы сделаем себе, точнее, заспамим Молтреса, мы выбили еще один мастербольчик, ну, в какой-то степени, да, еще один паркбол. У нас стак в левелболов, стак даскболов, ну, как бы еще не стак, да, только верхняя часть. И в какой-то, ну, хотя нет, даже не полстака. Давайте тогда возьмем. А знаете что? Так, ребят, тогда еще секундочку. Чё я нафиг буду париться, да? Чё Эдисон будет париться? Ой. Ну да. Так, я не знаю, что сюда можно вот так. Чё я нафиг буду париться, если я могу это вот так просто сделать и поставить пережариваться. И до следующей серии, ребята, я уже сделаю, наверное, себе много даже покеболов. Только мне еще, наверное, за кобблстоном нужно будет пойти, чтобы... Ну, кнопки сделать, да, потому что там, наверное, не хватит. Но все же, ребята... Это круто. Что мы будем делать в следующей серии? Мы заспамним Молтреса, это раз. Я не знаю, в этой серии мы будем идти в следующей серии мы будем идти в шахту или нет. Но, наверное, не в следующей, потому что на следующей серии у нас уже есть планы. Ну, посмотрите, ребят, просто посмотрите. 1, все, тут кончилось. 7. Все, нету уже, ребята. И поэтому, как видите, а если я возьму и добуду, например, уголь вне съемки, будет такое: Эдисон, ты читер! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отписываюсь.
Хотя я, наверное, и сам буду добывать, но, знаете, есть такие люди, вот, например, ты меня, да, например, вы меня можете понять, ну, какой-то злой паренек придет и скажет: Эдисон, ты четырюга, дизлайк тебе, и все, и уйдет. И также я хочу, чтобы больше угля добыть, нам нужно еще книжечки сделать, чтобы зачарить еще нашу кирку. Ребят, на этом мы, наверное, заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.